И так всем привет, сегодня мы вот такого Бэтмена и Человек-паук. В набое было два. У них были пакетики. Не сохранил уже давно. Вот такой Бэтмен. Не знаю по какой части. И второй есть Бэтмен. Если кто помнит, про обзор моих кукол всех. Там были два Бэтмена. Я говорю, почему два Бэтмена. И два Человека-паука. А от руку я потерял в школе. И с собой брал их и потерял руку. Ну и потом буду менять эти два Бэтмена и Человека-паука. Где будет продавать их еще. Так еще эти сломаюсь, лампочки. Там сейчас такой продают только нового. По новому фильму. Человек-паук нет пути домой. И там даже продается за 5000 Бэтмен. Кукла. Только больше. И есть еще Бэтмен с этого. С машиной. Машиной и самой этой как. Да, с Бэтменом с куклой. Мне больше понравился по от Барби. Бэтмен против Супермена. Ну, вот это будет. Вот это мне не понравилось. На Азонике забыли. Ну, все, всем пока, подпишитесь, всем пока.